На этой неделе было опубликовано постановление правительства Российской Федерации о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросу реализации мер по социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организации культуры. Этим нововведением расширено действие программы «Пушкинская карта». Раньше было регламентировано, что по «Пушкинской карте» можно приобрести билеты в киноцентры на фильмы, снятые при участии Министерства культуры Российской Федерации или Фонда кино, а также регионами. Теперь молодежь в возрасте от 14 до 22 лет получит возможность оплачивать билеты в кино по Пушкинской карте и на российские фильмы, созданные без господдержки. Как и прежде, Пушкинская карта будет охватывать фильмы, которые одобрит экспертный совет при Министерстве культуры России. Посещение кинотеатров – это популярный вид досуга. Правительство России старается сделать его более доступным, в частности, для самой активной части населения – это наша молодежь. Кроме того, принятое решение позволит поддержать и отечественную киноиндустрию.